День Республики в прямом эфире национального телевидения Чувашия. 24 июня в 10 часов 15 минут прямое включение с праздника в Комсомольском районе. В 12 часов всечувашский праздник Акатуй на Красной площади столицы. В 18 часов специальный репортаж с Дня Республики в Комсомольском районе. В 18 часов 30 минут прямая трансляция гала-концерта «Родники России». В 23 часа гала-представление победителей 7-го международного фестиваля фейерверков. Корреспонденты национального телевидения о главных праздничных событиях в республике. Здесь и сейчас.